Так, ну что, ребята, играем в мячик, в шарик. Так, 10 уровень у нас. Так, мы здесь его не проходили, да, ребята? Давайте пройдем. Так, звездочку нужно взять. Оп, ай, не успел. Не успел взять звездочку, ладно. Ничего страшного. Теперь нам нужно просто-напросто сейчас будет черненький квадратик щелкнуть. Пускай он поплавает. Давай, плавай, квадратик. А мы не будем плавать, мы не любим плавать. Нам нужно на эту штукенцию как-то подняться. О, есть, хорошо. Замечательно. Успели. Следующий уровень. О, это квадратик здесь ходит. Надо его будет сейчас щелкнуть аккуратненько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, он меня укусил. Ладно, на, квадратик, хватит здесь бегать. Ага. Следующий квадратик, сейчас мы его тоже... Ой, он нас тоже укусил, смотри. Фига себе. Здесь очень сложно, надо... Опля, аккуратненько перепрыгнуть. Ребята, играем в Plants of Zombies, и мы открыли какую-то штуку. Не знаю, Big Bad Battle. Ну, давайте сыграем, что-то там за Big Battle. Мне интересно. Ага, это нам предлагают сыграть с вами в какую-то игру, непонятную еще пока. И чё? Так, ага. Вот, блин, я не умею играть в карты, в покер этот. И чё это вон такое? Мы открыли. Так, что мы берем? Вот этих чуваков берем, а больше-то и места нету. Ага, садим быстрее. Подсолнухи? Пока вместо только подсолнухи будем садить, а куда деваться-то? Сейчас зомбаки пойдут уже скоро. Так, идет первый зомбарь. Ё-моё, у нас денег нет. Да он еще такой быстрый. Ну, сейчас мы поставим горохострела. Пускай работает пока. Он еще как-то светится нехорошо. Давай бомбочку посадим на всякий случай. Так, ну все, мы убили. Давай следующего. Давай сразу это побольше. Этих штучек. Так, здесь этого посадим. Надо побольше нам денежек. Так, этого сейчас мы здесь будем стрелять. Что у нас тут? Так, давайте картошку, бомбочку посадим. Так, ну все, здесь у нас мы посадили всех. Здесь у меня будут подсолнухи расти. Ух ты, какой, смотри, живучий, агат. Сейчас взорвется. Есть, взорвали мы его. Слишком он какой-то активный был, ребятушки. Так, дальше мы подсолнушки садим. Бомбочки сюда посадим. Все, никто здесь не пройдет. Никто не пройдет, ребята. А, зачем я сюда посадил? Ну ладно, пусть горохострел будет. Так, этого вниз посадим. Так, орешек сюда будем. Давай. А сюда подсолнушек. Все, здесь я не думаю, что кто-то сможет против нас, ребята, сразиться. Так, чуваки пошли. Так, денег дофига. О, курочки какие-то идут. А-а-а, чё они тут, курочки? Мне повзрывали всем бомбочки, да? Так, вот этот чувак какой-то мне опасный. Вот этого надо гасить. Конкретно причем. А, это у нас еще и последний, смотри, ребята. Тут смысла что-то садить, наверное, нет. Все, все, мы завершили. Денег сколько нам дадут? Не особо и много, конечно, ну да ладно. Проехали, нравится вам? Да, неплохо. Давайте выйдем из этого уровня. Да-да-да, выходим, выходим. Давай. Поиграем в какую-нибудь другую игру. Здесь целесообразно, я думаю, взять скорость ходьбы. Да, увеличение скорости, на которой вы можете бежать, ботинки. Поехали. Вот, а ну-ка пробуем. Вот, теперь бежу нормально. И у нас получается, энергия может не так будет расходоваться сильно. Сейчас проверим. Нет, энергия также все расходуется. Быстро.
Но зато я могу подождать, пока зомбаки сейчас ко мне подойдут. И я их щелкну. Давай, есть, 4 бакса. Ну, 4 бакса это мало. Поэтому сейчас, я думаю, мы приобретем сами энергию. Так, давайте еще возьмем. Так, 140 не хватает у меня. Ну, уже получше. Да, здесь явно лучше скорость прокачивать сначала. А потом уже энергию. Потому что ходит он очень медленно. А нам нужно, чтобы он быстро-быстро ходил. Так, тихо. О, тюремщики, видишь, зомбарики. Ой, как хорошо, смотри, сколько мы прошли. Да, энергия нам позволяет, ребята. Энергия нам позволяет пройти много. О, все, закончилась энергия. Да. $271 заработали, это не много. Ребятушки, играем в Мистер Буллет с зомбаками. И у нас есть вот такой зомби, которого мы... Вот, щелкнули, хорошо. Давайте дальше посмотрим. О, вот это я люблю. Смотри. Опля. Всех профигачили. А можно, в принципе, было их фигачить и вот таким способом. В ногу ему, последнему. Да, тут без разницы. Либо в голову, либо в ногу. Они все щелкаются. Так, ТНТшка. Стреляем сюда в ниточку. Опа! И зомбарь наш взрывается. Так, следующее. Вот это интересно. Смотри. Оп-оп-оп. Прикол. Давай, я хочу еще раз попробовать. В голову попробовать. А, в ногу. Нет-нет-нет, в голову. Ребята, вот здесь, значит, сюда стреляем. Опа! Пробили голову. Это хорошо. Зомбарек. Так, а здесь у нас препятствие. Опа! Отлично. Препятствие нам не помешало. Так, а здесь надо как-то заставить пульку туда полететь. Ух ты, нифига, как она ровненько стрельнулась. Круто. Так, давайте. Так, ТНТшка. Давай ТНТшку сбросим. На, получай. И камнем. Прям, и камнем по голове. Бедный зомбак, слушай, а? Так, здесь что? Ну, давай стреляем в эту штучку. Нифига. А, два раза можно стрелять, да? Хорошо. А давайте попробуем, если мы в ТНТ стрелим сразу. А, она просто взрывается, но у нас есть еще пуля, которую мы можем щелкнуть в зомбаря. Как бы так и так можно выиграть. Понятно. Ух ты. Смотри, какое интересное место. Ох, не получилось. Смотри, какая сумасшедшая пуля. Нифига себе. Так, давайте еще раз обнулим. На уголочке сейчас попробуем. Так, на уголочке плохая идея была. Давай на вот этом уголочке. Да, понял. Давай переиграем. Зачем я два раза щелкнул? Так, вот на этот уголочек, ребята, стреляем. Подожди, ну только что было, правильно? Ну, ё-моё, смотри, ребята, уже не получается так. Как-то рандомно, да? Вот сейчас щелкнулось, ну ладно. Ух ты, нифига, у нас большой зомбарь. Как большого зомбаря убить? Надо выстрелить в одну вот эту штучку. И она сейчас упадет на него. Давай, падай. Есть! Нифига, он остался живой? Ладно. Давай еще раз попробуем. Сейчас упадет ему по башке, нет? Давай, падай. Падай, чувак. О, он упал и сдох. Прикинь, офигеть. Вот такая вот игра интересная, ребятушки. 10 сундуков, ребятушки. Будем открывать сундуки. Но для начала давайте сыграем 2 на 2. Давайте, может быть, выиграем сегодня. Так, а ну-ка, поехали. Надо, главное, не спешить, ребятушки. Опа, подъехали, смотри. А, это на огнемете. С ним рядом лучше не стоять. На, он, смотри, нашу защитку забрал. Это же наша была. О, этот, лечение. Все, отдыхай. Ты думал,
Ты думал, что мы не справимся с тобой? Справимся еще как. Поехали, ребятушки. Так, а ну-ка. Интересные танки с огнеметиком. А у меня два титана. Ну, ребята, я не знаю, как вы будете справляться. Ну, что-то все почему-то игроки едут прям на рожон. Почему-то они все на рожон едут, не знаю. Ну вот, все. Он отдыхает, а мы, ребята, едем дальше. Тихо, 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 какой ты умный, а? Так, а здесь у меня не очень хорошее место такое. Ладно, сейчас попробуем. Сейчас их постреляем. Вот он едет, смотри. А-а-а! Давай, волна. Волна, ребята, еще. А-а-а, уничтожил. Да как так вообще, вонючка? Ах, совсем чуть-чуть у меня была возможность. Давай еще раз надо нам. Нам надо победить. Нам надо, ребята, победить. В любом случае. Так, давайте немножко проедем, чтобы у нас еще место для отступания было. Вот здесь, я считаю, хорошо, хорошее место. Вот здесь хорошее место, будем стоять. Так, есть, один уничтожен. Так, тихо, кто там? Ну давай этот, забери, подлечись. Во. Есть. Ну наконец-то победа уже. Наконец-то. Ну что, ребята, значит, что приобретем? Давайте приобретем новые шины. Посмотрим, как они будут выглядеть. Ага. Улучшились, улучшились, наверное, да? Так, это что у нас? Турбо? Турбо давайте приобретем. А, нифига, у нас не хватает денег. Ладно. Поехали тогда. Поехали, поехали, поехали. Так, еще едем. Прокачали мы колеса, ребята. Сейчас более получше будут. Так, есть у нас турбо. Ой, хорошо. Давайте подождем, пока турбо наберется. И нам надо, ребята, чтобы открыть новую карту, нам нужно проехать побольше, подольше. Посмотрим максимально, как далеко мы сможем уехать на нашей машинке. Так, что у нас здесь мы имеем? Мы хорошо оторвались, слушай. От зомби-мобиля. Который туда. Огромный зомбомобиль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Приближается зомби-мобиль. Да что ты будешь делать? Так, и ты кто такой тут еще? А, ну иди отсюда. Во. На мотоцикле. Гад. Давайте, ребята. Мы должны сегодня проехать вторую каточку. И заработаем, заработаем, ребяточки. Откроем новую карту. Да. Ё-моё, давай побольше, давай быстрее. Вот здесь надо проехать. О, как здесь сложно. Да что ты будешь делать? А ты что за такой вертолетик? Там что-то вертолетики надо. А-а-а! Давай, пожалуйста, уже зомби-мобиль едет. Зомби-мобиль, ребята. Ух ты, новый рекорд. Мы побили новый рекорд. Отлично, отлично, отлично. О, нет, нет, вот он, зомби-мобиль едет. Смотри. Давай, 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 давай. Есть, 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 есть. Мы открыли новую карту, ребята. И нас взорвали. Но это не страшно. А, главное, что мы открыли карту новую. Сколько мы получили? Плюс один. Окей. А, вот, пожалуйста, тебе открылась новая карта. Можешь посмотреть на нее. Передвинь карту и заплати денежку. Ты хочешь заплатить денежку? Да, я хочу открыть эту карту. Ну, пожалуйста, играй. Играем в новой карте, ребята. А, что-то мы можем здесь улучшить. А, давай улучшим, ну, двигатель, приобретем новый. Дальше. Дальше, что можно? А, двигатель можно максимально прокачать, что ли? Так, нет, не максимально. Ну, давай еще вот этот буст улучшим. Все, и отправляемся вперед. Да-да-да. Вот у нас новая карта. Ух ты! Какая-то это похоже на Техас, мне кажется. На Техас похоже. Так. Проедем здесь. Мне кажется, там вот этот монстряга. Ой-ой-ой-ой, встали? В смысле? Алло, давай-давай, едем. Так, вот он. Монстр едет. Так, а ну-ка, давай. Где у меня турбо? Давай, попробуй, догони меня. Так, тут еще мотоциклисты какие-то появились, ребятушки. Ого! Меня уничтожили?
Так быстро. Ну что ж, все хорошо.